So, our future is an explosive growth of individual opportunities. Happiness is the compass. There are no borders, no opposites, no fences. One, two, three! Раз, два, раз, два, три, четыре! Это обязательный футаж. Придумай что-нибудь, что ты будешь делать на Ратушной площади. Что такое футаж? Здесь открывается официальная программа. Организатор Дальнейской музыкальной недели. Госпожа Хелен. Какая из них? Таким же рюкзачком, как у тебя. Чем тебе понравилось, Хелен? Ну, она даже приятнее, чем я. Я сама. Да, такая сильная. Хочешь, чтобы она была дочерей. Мама, извини, если ты можешь смотреть, ничего личного. А я в Фейсбуке добавлю, прошу, чтобы она была дочерей. Вот она, мама моя. Мама моя, да, мама. Я боюсь не подходить. Она потому что я сумасшедшая, серьезно. Все знают. Чем ты знаешь? Тот самый известный эстонский диджей, да? This song is called We Are Not In Love. Сив Якобсон из Норвегии пела Melancholic Song. И Гиундла из Италии. Что это? Что такое поп-рок? Это круто, потому что такой невероятный контраст. Сначала ты приходишь... No one wants to lose in love. Просто хочется сразу ревену перерезать, хотя все же вроде хорошо, это ужасно. Я не могу такую музыку слушать, тем более, когда ты сидишь в подвале, еще кто-то ест суп. Тишина такая, и ложка по тарелке, стук-стук, ужасно просто. Дальше, девочка, итальянка. Классная у нее гитара, мне понравилась. Я спросил, она сегодня выступает с группой, она говорит, нет, я все время... Соло, да. Да, только, конечно, если она сюда музыкантов не запиндюрила, зачем ей куда-то в другое место их запиндюривать? А ты бы запиндюрила? Музыкантов ее? Я их не видела еще, я не знаю. Спасибо, Бен! Это потому, что у тебя день рождения, тебе исполнилось 33. Правильно. Иди сюда, смотри, зажигают в честь твоего дня рождения этот торт. Я другого и не ожидал от организатора. Шарики, посмотри, улюлю. Лучший подарок, который я мог получить за все 33 года своей жизни. А куда его уносят, Дим, почему его уносят от тебя, скажи? Я попросил его спрятать. Мальчики могут не понять. Потому что они... Ну, а потому что они не знают, что делают девочки с этим. Да это только я. После того, что происходит. Нет, да никто с этим ничего не делает, кроме меня. Я думаю, что таких людей больше нет, ебанутых. Еще раз, вопрос задай. Что кому напоминает вот эта лампа? Может быть, это не лампа, кстати. Итак, я сейчас объясню. Сейчас происходит единение с организаторами фестиваля под названием... Atlas Weekend. Yeah.
Сделаешь меня делегатом? А что ты можешь сказать про... пушку? Вы видели это, да? Да! Мы как будто бы действительно на вокзале, смотри, даже крыша такая вон. Это что за остановка? Владимир Попов, и так он несколько суток сидел. Или Ланская. Потом ожидаю. Мне этот рассеянный всегда казался каким-то... недобрым человеком. Ты его представлял таким? Или я ты его представлял, книжке? Может быть, книжка, может быть, мультипликационный фильм. Нет, просто в книжке, в моей книжке, которую я читала, он выглядит очень несчастным, мне жалко было. Он не злой, он долбоёб какой-то, вот и всё. Поэтому я боялся. Значит, я подсознательно боялся. Долбоёбов? И боюсь долбоёбов. Я удивился тому, сколько... Ты опять скосил глаза. У меня такая одна женщина в Москве была, я с ней один раз общался. У меня такая женщина в Москве. Милф это немножечко пошел. Да, она была милф, хотя может быть и нет. И она вместо слова «вот» говорила «войт». Сейчас мы идем на сцену. У тебя опять глазики косят. Они уже косят не потому, что я смотрю видео в камеру. Я сейчас распоюсь, и у меня голос будет процентов на 15 громче звучать. Придется прыгать и танцевать. Я не знаю, сколько вы тысяч часов репетировали. Это три. Мне на самом деле надо выбежать ненадолго там. Да на самом деле я задерживать-то не буду, я просто хочу сказать, что очень-очень круто. Всего четыре человека, все классные. Все, не буду задерживать, спасибо, беги, большое. Отдыхай, очень круто. Не, вот в том-то и дело, что тут особо и не отдохнет. Оброты, день рождения. Дай мне глотнуть, я пойду. Диму давно знаешь? Да. А какой Дима, как ты думаешь? Добрый он? Добрый? Да. Красивый? Да. И высокий, это точно, да? Вы с ним дружите? Да. Дима хороший, с ним дружить одно удовольствие. Он мой друг тоже. Обязан вам показать хороший, идеальный апельсин. Он выглядит примерно так, вот с такой попкой. Покажи попку, покажи. Вот, вот она. И он из Испании. Он должен быть приятно кисло-сладким. Алена, а для тебя у меня есть корень имбиря. Ну возьми, возьми. Я могу его сделать, как будто бы это твоя голова. Человек имбирь. Чувак из белорусской группы «Петля пристрастия». Белорус четвертое место за это. Нет, хоккей, кстати, ну, не, у нас есть хорошие хоккеисты. Вы один раз реально четвертое место заняли. Возможно. Просто. Я просто хоккей. Чуть до бронзы не дойду. А, привет! «Петля пристрастия», «Петля пристрастия». Петра пристрастия. Пока!